Вот, продолжаю снимать Rose Garden, поместье арбалетами Близволд. Это та сторона, где Мунгейт. Вот Мунгейт, и за ним особняк виден, торец особняка. Вот эту часть от Мунгейт я сняла. Перехожу вот к этой, которая еще более насыщенная. Здесь много замечательных сортов. Кстати, там еще розочка оказывается. Мелкая, но очень миленькая. И вот клематис этот еще цветет. Такая немножко жемчужная. И да, вот еще клематис, розы, луки. Это все та же жемчужная. Здесь вот немножко другой лук. Здесь вот разные. Вот этот и вот этот. Разные луки. Это вот белоцветник был в мае. 1 мая. А это вот сальвия. У них раньше было гораздо больше сальвии. В этом году, я смотрю, их мало совсем. Вот это вот интересная роза. Ну ладно, это я уже снимала. Ну как же мимо пройдешь? Я еще вот к этой желтой хочу подойти, вот эта необычная тоже роза. Такая горящая.
Здесь вот совсем маленький кустик. Easy Going называется. Это более расцветшая. Такая густо-желтая. Чуть-чуть оранжеватая. Там эхиноцея куст. И вот с этой стороны вид. Да, тут еще очень много интересного. Еще вот эта полностью сторона не снята. Только вот начало я там сняла, где люди. Ну ладно, потихонечку все снимем. Вот, здесь вот такой король. Называется Easy Does It. У них это такое выражение, они любят его. То есть смотрите на все проще, ребята. И у вас все получится. Да, она сейчас в самой-самой паре замечательная. Ну, это просто какой-то необыкновенный сорт. Я имею в виду, у нее такие лепестки интересные. Я думаю, видно. Просто потрясающий сорт. Юрик? Ирась. Смотри, как красиво, да? Девочка, ну ладно, я продолжу снимать. Юрочка, посмотри, какой куст вот этот. В прошлом году мы его впервые увидели вот в таком виде, слышишь? Видно плохо, но сегодня еще и пасмурно. Юра, это розы, это куст розы. Sort Easy Does It. В прошлом году, помнишь, мы его впервые застали вот в таком вот виде. Раньше все время опаздывали. А вот это вот маленькое называется Osso Easy Italian Ice. Osso Easy Italian Ice. Тоже немножко вариации цвета. Совсем миниатюрная такая. Тоже очень миленькая розочка. Здесь вот транквилити еще не цветет куст. А вот этот вот меня интригует. Надо будет его отождествить каким-то образом. Ну что, ты потрясен? Потрясен. Юрась, ну вот хорошо, что сегодня приехали. На следующей неделе было бы поздно. Что-то народу много, да? Так, вот я хочу туда вот как-то пройти. Тут вот, по-моему, есть степпинг-стоун. Так, вот можно. Так, все-таки эту немножко еще. Сейчас я, наверное, прервусь, потому что опять длинное видео. И потом продолжим.